Леонид Спирин. Артем, здравствуйте! Здравствуйте, Леонид! В свое время я залпом прочитал чуть ли не все советы бюро и некоторые из бюрошных книг. Спустя время я использую знания и принципы, которые вы описывали в советах, уже автоматически. Проблема в том, что сейчас у меня есть команда, которой периодически приходится чему-то учить. Раньше я мог быстро из памяти достать подходящий совет, разворот из книги или принцип, чтобы подсказать начинающим, но сейчас уже забываю, например, конкретные названия приемов. Часто их приходится объяснять своими словами, но каждый раз мне кажется, что это у меня получается менее полный и убедительно, чем в оригинале. Как быть в такой ситуации? Сталкивались ли? И вы с такой проблемой, как решаете, если да? <клес> Леонид, во-первых, хочу сказать, что мне очень приятно, что, оказывается, люди, которые выросли на советах, уже стали арт-директорами и воспитывают собственные команды. Во-вторых, я, как говорится, чувствую вашу боль еще как и так далее. Я вообще ненавижу, например, <клес> делать работу какую-то дважды. Если я знаю, что уже написал, в принципе, совет, мне кажется, на любо, по любому вопросу и на все темы, вот, и, соответственно, если я знаю, что он у меня где-то написан, я буду его искать до посинения. Иногда бывает там полчаса сидишь и ищешь, где же это было написано. Так что э, какого-то конкретного совета нет, ну то есть э, как как с этим поступать, да. Иногда вот мы делаем, например, э, в случае со школой, э, собираем нужные советы в дополнительной литературе к лекциям, да, что, что то связанное по теме. Э, и даже более того, иногда добавляем какие-то скриптумы в эти советы, да, для того, чтобы там какой-нибудь оттенок смысла подчеркнуть, добавить. Э, что посоветовать еще? Ну не знаю, складировать какие-то полезные советы отдельно, сделать делать какие-то Собственные указатели индексы. Что еще посоветовать, не знаю. Наверное, только вот как-то там улучшить наш поиск, еще чтобы там искусственный интеллект понимал по аналогии, что там имеется в виду. Потому что иногда кажется в голове, что ты сказал одни слова, а там на самом деле другие слова. Или вообще там не, Mac, не MacBook сказал, а iPhone сказал. В общем, такая вот история, конечно. Артем Халеев, добрый день. Добрый день. Выдайте, пожалуйста, базу. Зачем нужен логотип? Всем ли он нужен? Когда не нужен? Как понять, что логотип хороший? В интернете можно найти много ответов на этот вопрос, но интересно, как это формулирует для себя в бюро. Артем, я думаю, что логотип – это не какая-то вещь, которая нужен или не нужен, там, как и любая вещь, там, сайт или там, реклама, или приложение. То есть, это логотип – это просто, условно, какой-то гвоздик. Вот у нас в кавер кафе повсюду на стенах повешены какие-нибудь там плакатики, досочки и так далее. Их можно на гвоздик. И, вроде как, если на нем держится, он как будто бы нужен, но, может быть, это не обязательно должен быть гвоздик, это может быть какая-нибудь кнопочка, а это может быть и просто какой-то скотч. Вот, а может быть, это вообще и не надо и вешать на стенку эту штуку. Вот, соответственно, с логотипом такая же история. То есть, если есть представление, что каким-то образом он может в чем-то помочь, то, конечно же. Или мы, например, какие-нибудь очень традиционалисты. Вот есть традиция, чтобы у компании был логотип. И вот поэтому мы считаем, что у нас тоже он должен быть. Соответственно, для чего он нужен? Ну, то есть, можно придумать задачи, когда он нужен, естественно. Да? Там на, на всех машинах мы в городе выходим, обязательно логотип есть. Почему? Да потому что люди воспринимают машину как некий такой предмет роскоши, или все, все стараются разбираться в этих машинах зачем-то, и так далее. Вот какая-то проехала дорогая вещь, да, вот что это такое, как она называется, и вот для того, чтобы у людей вот в, в, в голове все это по полочкам было разложено, чтобы они могли потом вспомнить и купить этот понравившийся автомобиль, этот логотип естественно очень нужен и годится, да, если мы смотрим на какую-нибудь

Копикатик, например, просто в упаковке. Понятное дело, что эта э, упаковка, неважно, где она там будет находиться, э, в, на, ви, на витрине настоящего магазина или на экране компьютера, где-нибудь там мы будем заказывать на индекс-маркете или на зоне, да, естественно, вся эта идентика помогает этот товар просто быстро узнать и, и купить. А, соответственно, <coughs> будет ли это какой-то знак или просто какая-то фирменная надпись, или просто это какое-то название, э, или что угодно, это просто способ идентифицировать, отличить, и, соответственно, нужно он или нет, нужно смотреть по задаче. Никаких универсальных там правил или критериев, конечно, нет и быть не может. Леонид Спирин. Привет! Привет. Зашел посмотреть на сайт, который задизайнило бюро. Все ждал, пока эта штука пропадет, чтобы прочитать текст, но она не пропала. Попробовал покликать, тоже не получилось убрать. Как прочитать текст, в чем прикол? Леонид, во-первых, бюро не обязательно писать в, в, кавычках из большой буквы, потому что бюро – это просто бюро, одно из каких-то каких угодно бюро. Вот если вы пишете, конечно, бюро Горбунова, вот там большая «Б» нужна. А так бюро мы всегда пишем с маленькой. Это, лишний пафос нам ни к чему. Что касается вашей <coughs> картинки, это действительно очень похоже на какой-то баг или ошибку, потому что я тоже зашел, покрутил, вроде бы все эти картинки на, ну, на текст не налезают. Возможно, либо этот баг уже исправили, либо он проявляется вот именно, например, в каком-то вашем браузере, поэтому вы, пожалуйста, напишите нам, где именно, если у вас эта ошибка еще остается, где вы это встретили, увидели, конечно, надо будет поправить. Михаил Качалин. Разрабатываем приложение. Вышел спор о том, как лучше показать выбранными несколько сотен элементов из списка. Я предложил просто использовать Multiple Choice List, где каждый элемент строка может быть или выделен стандартным естественным интерфейсом с цветным фоном, или нет. Состояние меняется просто кликом мыши или пробелом, или зажали, потянули по части списка. Уже сделанное выделение не сбрасывается по клику на другом элементе. Но Style Guide рекомендует для Multiple Choice добавлять к каждому элементу списка чекбокс. Того же хотят и пользователи со стажем. При этом поведение таких контролов бывает разные. Иногда эти чекбоксы работают совершенно отдельно от обычного выделения, выходят два типа выделения, иногда полностью дублируют его, иногда появляются только вместе с выделением. Постановщик задачи мотивирует необходимость вводить чекбоксы еще и тем, что на дабл клик повешено отдельное действие, но пользователи часто ошибаются, будут сбивать выделение элемента. Какой вариант выбрать? А Михаил, естественно, мой ответ не будет однозначным, правильным и, и верным. Я выдам просто какие-то свои соображения. Первое, что меня смутило, это фраза несколько сотен элементов из списка, да, потому что здесь уже под вопросом в целом качество интерфейса, потому что если у вас какие-то сотни элементов на, на, на экране и нужно выбирать их по одному, здесь явно что-то не то. То есть просматривать какие-то сотни элементов в списке явно неправильная не какая-то задумка. То есть вопрос, сколько из них должно быть выбрано или сколько исключений. То есть возможно тут нужно просто перестраивать способ визуализации и вообще там показывать, не знаю, там, отключенные только, или только выбранные, или какой-то использовать список вместо полного, в смысле, я имею в виду, какой-то поиск вместо полного явного списка. Короче, поскольку мы не знаем, о чем идет речь, это как бы отдельный вопрос для отдельного сценария, который может требовать просто какой-то другой, в принципе, подачи. Но, предположим, все-таки у нас не сотни, а там, как бы, ну, скажем так, десятки элементов, хотя бы то, что, что, что список такой может переварить. Здесь вопрос такой естественно какими гайдлайнами какой системы вы пользуетесь если это ну что-то более классическое настольное где в принципе есть понятие элемента с э, списка элементов с чекбоксами то конечно же э, лучше использовать что-то более привычное понятное и стандартное потому что если вы сделаете просто какие-то э, синие плашечки это непонятно что имеется в виду то есть это выбор в смысле того что вы в интерфейсе выбрали для того чтобы какую-то совершить операцию или вы действительно включили какую-то отметку, то есть изменили реальное состояние элемента. Соответственно, сделать колонку чекбоксом, если у вас именно эта галочка означает какое-то состояние элемента, а не просто текущую какую-то операцию, выбор для операции, да, как там типа выбрать и удалить. То есть, естественно, эти чекбоксы необходимы в отдельной колонке. Но дальше возникает вопрос. То есть, что еще в этот в этом, с этим списком можно делать? То есть, конечно же, если, например, у вас остаются варианты, что вы кроме вот этой вот галочки можете еще какие-то операции проводить над этим элементом в, в этом списке, например, выделить его, да, там включить-выключить этой галочки, но также его можно, например, отредактировать специальной кнопочкой или удалить, например, специальной кнопочкой, да, то, естественно, у вас этот отдельный клик в этот элемент должен э, просто его выделять для того, чтобы эту операцию вы могли провести. И с, гал и с этими э, с чекбоксами оно не должно быть связано. Если же никаких других операций нету, то есть, единственное, что можно делать, это ставить галочку и убирать галочку, тогда вполне можно объединить клик э в область клика, да, распространить ее и на чекбокс, и на э подпись к элементу, и тогда будет явно, да, если даже на надпись кликнули, она тоже выделяется. Это э тоже такой вариант. Возможно, если никаких других операций с, с этим списком нет, это будет удобнее для нажатия. Но еще есть момент, да, то, что вот эта фи фича с тем, что у вас можно нажать и провести по элементам, она, естественно, очень важная, если у вас много сразу надо э, включать, выключать вот этих вот элементов. И здесь, конечно же, независимо от двух вариантов, и эту эту фичу лучше оставить и применять, да. И понятно, что если это на, на, на всю строку, то есть ведете, пожалуйста. Но и если это в колонке тоже нет проблем, как в Photoshop глазик, точно также это отдельная колонка в списке слоев, и никто не мешает точно так же на это Глазик нажать и провести по, по колонке, даже возможно, с, э, с какой-то диагонали, выходя за нее. Потому что дальше мы поняли, что мы выделяем или меняем статус выделения, и дальше его, как бы, для, линейно меняем для всех. То есть, даже при раздельном интерфейсе это тоже возможно и правильно. А приз за самый интересный вопрос я хочу вручить Михаилу Качалину в качестве приза предложить персональную скидку 40% на лекции Ильи Бирмана, пользовательский интерфейс и представление информации. Михаил, если хотите получить свой приз, пожалуйста, напишите мне по адресу на экране или в описании к этому ролику. А все остальные, пожалуйста, подписывайтесь на канал и сообщество. И ставьте колокольчик. Колокольчик есть не только на Ютубе, но и в ВК. Он живет в многоточии в сообществе. И, соответственно, конечно же, ставьте лайки, делитесь с друзьями, пишите комментарии, с чем согласны, чем не согласны. Ну и, пожалуйста, задавайте вопросы, чтобы нам было о чем встретиться в следующий раз ты там начинаешь выбегать и, и э, кричать, ну-ка все тихо, папа э, созвон. Важно не то, каким там маршрутом вы пришли, а важно, какую задачу вы решаете. Относиться спокойнее, потому что слово топ в русском языке не значит ни хрена. Если я, например, просто буду в кадре всегда делать топ-топ, это будет тоже что-нибудь значить. Почему вам можно доверять? Вот и слушайте ответ.